Так, здесь я вам хотел немножко рассказать о виджетах. Вот, смотрите, как это выглядит. Я вот сделал такой сайт небольшой, конкретно для продажи вот ковриков танцевальных. То есть это мои эксперименты по торговле через одностраничные сайты товаров. Естественно, я вот, смотрите, здесь сделал видео. Оно запускается автоматически. Сделал вот кнопку заказа. То есть и больше здесь ничего особо нету. Но когда мы нажмем на кнопку заказать, мы переходим сначала на upsell. То есть здесь я предлагаю купить либо комплект ковриков со скидкой, с хорошей, плюс диски, плюс USB кабеля там, ну, вот, то есть классический upsell товара. И когда мы нажимаем заказать на кнопку, то есть мы уже попадаем непосредственно в виджет из моего интернет-магазина. Вот видите, я ВКонтакте, я, видите, добавлял один товар, у меня он в корзину попал, и здесь я в данный момент сейчас вот тоже еще один товар у меня в корзину попадает. И далее, то есть мы уже переходим непосредственно в наш магазин. И таких сайтов можно делать кучу, делать их под отдельный товар и сразу выставлять виджетом корзину сюда, вот кнопку заказать. Как это делать, естественно, я потом вам тоже об этом расскажу. Речь сейчас не об этом, а о том, что можно делать, вот, ну, торговать товарами не только в самом вашем веб-ассист-магазине, а еще где-то на других сайтах, либо на ваших, либо не на ваших. Вот. При нажатии на эту кнопку вы, ну, клиент попадает в вашу корзину, в ваш магазин. То есть, вот. Ну, я думаю, вы смысл поняли. И далее заказ оформляется все в классическом варианте, вот как обычно.